Пейзажи, портреты, натюрморты, вышитые крестиком. В столичном торговом центре проходит выставка Янины Петуховой «Соединяя нитью сердца». Рукодельница из Городокского района Витебской области страдает редким заболеванием опорно-двигательного аппарата. Это моя не первая выставка, потому что она была. Первая выставка у меня закончилась 31 августа в Городокском краеведческом музее. Здесь более волнительно, потому что там это рядом с домом. Во-первых, дорога, как все пройдет, столько людей. Волнительно, очень волнительно. Когда ехали сюда, я начала новую работу как раз к этому событию. Мне подарили схему мои знакомые, и я ее начала как бы приурочивая к этому дню. Девушка вышивает практически каждый день уже 11 лет. Экспозиция – это около 50 картин. Инициатором создания выставки стало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Я думаю, каждый из присутствующих здесь сегодня, он чувствует, что вот от Янины идет какой-то особый свет, добро, у нее горят глаза и хочется улыбаться. Я искренне горжусь тем, что Министерство природных ресурсов получилось это сделать, но это было бы невозможно без поддержки также госорганов, которые с добром откликнулись на эту нашу инициативу. Интересно, что Янина не только реализует свой творческий потенциал вышивки. Девушка состоит в благотворительном клубе «28 петель». Рукодельница по собственной инициативе вяжет вещи для недоношенных малышей. Мы себя называем феюшки, которые вяжут для деток. Была пряжа, но не было рук. Я откликнулась. Вот, наверное, уже лет 6, а может быть 7 я уже вяжу для деток. Ну, не постоянно сейчас режу, но помогаю в Витебской больнице. Поддержать Янину в такой важный для нее день собралось много неравнодушных. Искренние пожелания, теплые слова звучали со сцены. Искусство с душой и любовью. Выставка «Соединяя нитью сердца» продлится до 5 сентября включительно. Валентина Трубач, Юрий Ткаченко, агентство «Минск Новости».